С открытием сообщения по Зангезурскому коридору экономическое значение турецкой приграничной провинции Агры. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии сдачи в эксплуатацию автомобильной магистрали Хамур-Тутак-Патнас на востоке страны. С запуском движения по ней будет дан значительный стимул к развитию сельского хозяйства, животноводства, туризма Агры. Турецкий лидер отметил, что новая трасса имеет статус транспортной артерии государственного значения. Дорога протяженностью 70 километров представляет собой отрезок шелкового пути, к которому в будущем присоединится Зангезурский коридор. По словам президента Эрдогана, новая дорога значительно сократит время пребывания в пути. Мы рассматриваем инвестиции в транспортную инфраструктуру как основу для будущего развития страны, указал глава государства. Мы полны решимости восстановить исторический шелковый путь с учетом требований современности. Непосредственно через провинцию Агры в Восточной Анатолии проходят пути, соединяющие Турцию со странами Кавказа и ведущие далее, в Центральную Азию и вплоть до Китая. Благодаря реализации проекта Зангезурского коридора значимость провинции Агры возрастет. Мы не только решительно продвигаемся к нашим целям на 2023 год, но и готовимся к турецкому веку.